И продолжаем видео про мотор Тепот, седьмая часть. Все, выбираем эту модельку. Это 442. Ой, 412. Так. И, ну что ж, поехали. Так. Так, на Т поставлю. Ой. Давайте поехали. Ну что ж. Так. Пропустим эти. Так. Так, ничего. Эй. Так, второй же это переезд. Что-то он редко кто поезжает. Все. Повернули направо. О, мне надо же заехать своему дедушке. Так, проедем этот район. Так, наверное, где-то вот там живет, как следующий дом. Октябрь. Так, походу не то. Что ж, приехали. Все, приехали. Но еще свои дедушки. Так. Так, звоню в домофон. Все, впрочем, я уже сходил. И поехали дальше по своим делам. Так, вижу. Так, забыла аварийку включить, потому что...
Сегодня устал ехать в этом. Ладно, поехали. Опа, что там коробка образовалась? Не, ну да, пора ехать обратно свой родной гараж. Заеду, заправлюсь. Так, что там продавали? Ладно, канистр у меня много. Так, у меня полный бак. Все, поехали в свой дом. В свой дом поехали. Ладно, когда 8-я серия выйдет, то я покажу вам обзор на самосвал. А также я засниму 9-ю часть, это будет вся продолжение. Ладно, пока снимаем продолжение. Продолжение просто меня чуть-чуть отвлекли. Ладно, ничего страшного. Давайте развернемся. Вот здесь поставим на техосмотр. Так. Сейчас снимаем. Ручник поставим на нейтральную передачу. Так. Заглохнем двигатель.